Но совершенно очевидно, борьба за власть, борьба с каждым из нас. Но цель одна – погромы. Все остальное – спектакли. Ну, я имею в виду концепции и транскрипции. Это уже очевидно. Да, руками исламистов, да, руками, увы, людей, исповедующих одну религию. Это тоже Колокольцеву вопрос. Ему не избежать ответов на эти вопросы перед всей страной. Все время закончилось. Когда если ты свой, то будешь своим до конца. А если свой, значит святой. Не-не, все, проехали. Значит, просто не будет России. Вот об этом надо думать сегодня в первую очередь.